Здравствуйте, дорогие друзья, гости моего канала. Сегодня у нас будет рецепт, ну, быстрый, от Китая. Она уже засоленная, солилась как обычно, 35 грамм соли, 15 грамм сахара. 12 часов солилась, после она была вынесена на мороз и вымораживалась сутки. Вот она, деревянная. Сделан такой салат, закуску, очень вкусно, обалденно. Ну, одна половинка у меня уйдет на бутербродики, на тарталетки и так далее. Вот видите, даже еще соль на ней присутствует. Вот так ощущаем. Вон он, деревянный. Костей здесь нету, они сразу засаливались. Без костей полностью здесь убраны брюшные кости. Так, теперь нам надо шкуру. Шкура снимается вообще просто. Берем вот так вот, чик. И снимаем ее. Конечно, это лучше делать в перчатках. Но я не скользила. Но я руками справлюсь. Все, шкуру сняли. Тишу. Сейчас мы срежем. Она тоже пойдет. Получается вот такая вот половиночка киты. Замороженной, но соленой. Сейчас начнем ее готовить. Также этот салатик можно сделать просто из свежей вымороженной рыбы. И свежей. Но только там соли нам будут добавлять на килограмм где-то 10-12 грамм соли. 3,5 там, до 5 грамм сахара. А это уже соленая, она более, так сказать, насыщенный вкус, более ферментированная и так далее. Но когда делаете со свежей, надо ее дать настояться. Прям вот все это перемешали. Вот получится сейчас конечный результат. И в морозилку часа на 3. Потом достали, она подтаяла, все обалденно. Вот эта тиша, я уже шкуру тоже сняла. Нарезаем кусочками, какими вам нравится. Слайсами, кусочками. И так далее. Все это отправляем в соленую, мороженую, вымороженную киту. Маленькими кусочками, большими кусочками. Это уже на ваше усмотрение. Вот можно прям такими, ну большими-то, конечно, лучше не трогать. Вот. И все это отправляем в миску. Вот такими брусочками. Потоньше можно делать. Как вам удобно. Вот нарезали, как вам удобно. Вот он. Теперь нам нужен лук, луковица. Крупная. Крупно, можно кольцами, можно полукольцами. Но не мелко, а крупно прям нарезаем. И отправляем в рыбку. Ну, распределяем там, конечно, поверхностно. Берем огурчик свежий. Терку для морковки и натираем туда. Смотрите уже, какая красота. Берем жареный кориандр. Жареный, сковородку накалили, кинули его туда, буквально 5 грамм, 5 грамм на килограмм где-то в среднем рыбки. Кинули, маленько его поджарили, чтобы аромат такой пошел. И в ступку его. Он будет более ароматный. И само блюдо будет более вкусное и насыщенное. 5 грамм кориандра. Также отправляем все к рыбке. У меня смесь перцев. Буду использовать 5 грамм смеси перцев. Можно просто использовать один черный перец. Ну, желательно еще душистого добавить. Ну, тогда что, если черного просто используете, то где-то 3 грамма, вот так, 4, а так по вкусу. Вот именно кусочками, чтобы он был, вот он дает свой там аромат, весь вкус. И прям в порошок. Отправляем сюда. Масло подсолнечное. Можно рафинированное, можно не рафинированное, кому как нравится. Просто по вкусу. Вот так вот, маленько его.
обдали. Буквально, может, миллилитров 30-40. Надеваем перчаточки, чтобы его хорошенько перемешать. И последний ингредиент в этом салате — это уксус 9%. Здесь у меня 50 миллилитров. Вернее, 50 грамм точнее будет. 50 грамм. Кто любит покислее, можете больше добавить. Кто любит менее кислый, можете меньше добавить. Можно использовать яблочный уксус. Можно использовать сок лимонный. Тогда надо еще цедру добавлять. Тогда он будет более ароматный. Все это вот так вот перемешиваем. Распределяем. Вот в данном варианте дать ему минут 10-15 настояться. И все. И можно подавать на стол. Блюдо готово. Прямо такое подмороженное. Все. Обалденно вкусно. Если делаете со свежей рыбой, то, как я уже сказал, 2-3 часа в морозилку. Постояло. Соли, да, ну, соответственно, соль, сахар, все это добавляется, еще соль, сахар. Постояло, достали, она чуть-чуть подтаяла, еще раз перемешали. И все, и у вас будет, ну, не такой насыщенный, конечно, если вот как заранее засолка шла рыбы. Но тоже вкусно. Все, друзья. Можно постоять сейчас минут 10-15, выкладывать в красивую посуду. И на новогодний стол закуска прям бомбическая. Из красной рыбы. Вот даже сейчас я прям сейчас ее ем. Очень вкусно.